Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И в сегодняшнем видео я продолжаю рубрику «Бесплатные вещи по цветам». И на очереди у нас с вами оранжевый цвет. Поверьте, все вещи, которые мы с вами сегодня будем получать, выглядят просто восхитительно. И в конце этого видео мы с вами составим полноценный образ из оранжевых вещей. Ну что, если вы в предвкушении, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте подписываться также на мой телеграмчик. Ссылка будет в закрепленном комментарии. Ну что ж, давайте начинать, поехали! Ну а перед тем, как мы начнем, я хочу познакомить вас с одним классным сайтом, о котором я недавно узнала. Купикод Gold – это сервис пополнения мобильных игр, где также можно купить робуксы по выгодным ценам. А мой личный промокод OLABO дает скидку 5% на пополнение любой игры, представленной на сайте. Купикод – это больше, чем просто сервис пополнения мобильных игр. Это целая игровая экосистема. Они делают упор на честность и развитие комьюнити, организовывают турниры и предлагают систему лояльности. А также на Купикод сам низкие цены на рынке. К примеру, при покупке 4500 робуксов, 1 робукс будет стоить всего 1 рубль 18 копеек, что дешевле, чем где-либо. Пополнение счета происходит в несколько действий. Просто, дешево и безопасно. Не нужно вводить свои данные от аккаунта в Roblox. Достаточно всего лишь выполнить 3 простых действия. Первое, ввести ваш email. Далее выбираете нужный вам товар. И третье, вводите мой личный промокод OLABO. И затем оплачиваете товар удобным для вас способом. После оплаты код от подарочной карты придет вам на почту, которую вы указали при покупке. Затем заходите на официальный сайт Roblox и авторизуйтесь под своей учетной записью. Выбираете пункт «Подарочные карты» в левом меню. Далее нажимаете «Купить сейчас» и вводите код, который вы получили от сайта, и нажимаете на «Redeem». И все, робоксы у вас на аккаунте. Также важно знать, что сервис не запрашивает пароли и данные от аккаунта, только почту, на которую придет код, поэтому аккаунт остается в безопасности. Авторизовывайтесь, кстати, на сайте через ВК или Телеграм, чтобы получать постоянный кэшбэк при каждом пополнении. А также можно оплачивать внутренней валютой купикоинами. Переходи на сайт по моей ссылке в описании и закрепленном комментарии. Ну а я продолжаю. И в первую очередь, ребят, я вам предлагаю пойти вот в эту игру. Называется она «Опыт Фемисциры. Чудо-женщина». Ссылку на все игры я оставлю в описании к этому видео, так что можете переходить после просмотра. И здесь, ребята, мы с вами сейчас сможем получить очень много классных бесплатных вещей, в том числе оранжевых. Идемте, я вам их покажу поподробнее. И смотрите, ребят, как только мы с вами прогрузились в этой игре, нам нужно добежать вот до этого здания. И здесь сейчас я вам покажу три разных магазина, в которых у нас с вами находятся бесплатные вещи, которые мы можем просто спокойно забрать к себе в инвентарь, выполнив пару заданий. На самом деле они не сложные. Подбегаем, ребята, вот к этой стойке. Здесь у нас находится первый магазин вот с такими бесплатными вещами. Как видите, все вещи у нас с вами тут продаются за вот такие вот золотые монетки. И мы их можем купить, как только эти монетки заработаем. В этом у нас магазине находится, наверное, раз, два, три, четыре, четыре, можно сказать, оранжевых вещи, которые мы можем себе получить. И теперь давайте пойдем еще в другой магазин, где я вам покажу другие оранжевые классные вещи. Побежали. Так, и вот здесь у нас с вами находится второй магазин. Давайте здесь я вам тоже покажу его ассортимент. Здесь у нас уже поинтересней. Есть вот такой вот хвост леопардовый, который мы с вами можем купить всего лишь за 1000 монет. И еще, ребят, вот такой вот прикольный ободок. Я вам тоже советую всем получить. Он стоит тоже недорого, примерно так же, как хвост. У меня он уже есть, потому что я уже показывала туториал на эту игру. И смотрите, ребятушки, сейчас наверху появится подсказка выше, где я уже сняла подробный туториал на эту игру, где полностью рассказала, что нужно сделать и как нужно собирать вот эти золотые монетки, потому что игра реально классная и вещи до сих пор выдает. Всем советую, ребята, скорее вещи оттуда получать, в том числе в оранжевом цвете. Ну а третий магазин, где он находится, я уже показала вот в этом видео, там все более подробно показано. Ну что ж, идемте с вами дальше. И вот, ребят, смотрите, показываю, какие вещи я уже получила к себе в инвентарь. Вот такие вот прикольные наушники у меня есть на моем основном аккаунте. Не наушники, а ушки, я хотела сказать. Посмотрите, как они превосходно на мне смотрятся. Ну а на втором аккаунте я вот уже приобрела себе вот такой вот хвостик. Давайте тоже я его примерю и покажу на себе.
Вот так вот он замечательно на мне смотрится. То есть, ребят, вы бесплатно можете стать такой вот кошечкой в оранжевых оттенках. Но это еще не все. Идемте с вами дальше. На очереди у нас не менее классные игры. И сейчас в игре Clarks Sisaverse мы с вами можем получить тоже бесплатную вещь в безлимитном количестве. Задание очень простое. Давайте зайдем. И смотрите, ребят, как только мы с вами прогрузились в этой игре, наша с вами основная задача — это просто стоять АФК 15 минут в этой игре. И спустя это время мы с вами получим к себе в инвентарь бесплатную вещь. Все, больше ничего делать не нужно, никуда заходить не нужно. Периодически можете, конечно, шевелиться, чтобы вас игра не выкинула, но я не думаю, что это произойдет. Ребят, стоим не меньше, не больше. Все. Как только, ребята, бейджик нам с вами упадет в инвентарь, это означает, что вот такая вот замечательная голова льва у нас находится в инвентаре. Да, с волосами, конечно, это смотрится немного крипово, но если снять, то вы поймете, что вещи действительно достойные. Ну а теперь, ребята, я вам предлагаю зайти вот в эту игру и выполнить несколько заданий для того, чтобы получить две бесплатные вещи, тоже с оранжевыми такими прикольными вставками. Это у нас будет два аксессуара на голову и на лицо. Ну что ж, заходим. И вот, ребят, смотрите, прогружаемся в этой игре. И далее, смотрите, мы с вами должны зарабатывать в этой игре вот такие вот очки. Находятся они вот здесь. Вот как только мы с вами погружаемся в ней, нам с вами игра дает 500 бесплатных очков в виде бонуса. Я же тут уже наколупала 324 поинта и сейчас покажу, как это сделать. Вообще, чтобы получить наши две бесплатные вещи, нам нужно собрать таких монеточек 2000. Если мы с вами подойдем сейчас вот к этому стенду, где он тут у нас находится, вот, ребятушки, вот сюда вот нажимаем на interrupt и видим, что вот эти вот две бесплатные вещи у нас с вами тут продаются за 1000 монет. Нет, но пока что нам с вами не хватает. И сейчас я буду вам показывать тремя способами, как мы можем заработать эти монетки. Точнее, не монетки, а билеты. Тут они называются тикетсы. Смотрите. Первый способ, ребята, это вот на этой карте. Сейчас нам с вами взять вот такой вот бластер. Нажимаем на equip. Он у нас с вами появляется вот здесь внизу. Нажимаем на эту кнопочку и видим вот такие вот треугольники. Мы с вами по ним стреляем, выбиваем их и за это зарабатываем очки. Они у нас тут находятся по вот так вот всей карте, разбросаны. Просто стараемся попадать в цель, и за это получаем то 3 билета, то 5 билетов. В общем, очень по-разному. Но этот способ, ребят, немного долгий. Сейчас я вам покажу более легкие пути. Для этого мы с вами, ребята, убираем наш бластер и идем к следующему порталу. У нас их тут два. Давайте начнем, пожалуй, с зеленого. Это у нас первая игра. Сейчас покажу ее суть, что нам нужно делать. Мы с вами сюда телепортируемся и видим вот такие два пути. Если вы играете с другом, то я вам советую сыграть, где написано two players. Ну, так как мы сейчас с вами одни, заходим вот сюда. И ждем, пока у нас начнется игра через 8 секунд. Так, и смотрите, ребята, мы с вами должны запрыгнуть вот сюда наверх. И, ребята, наша с вами основная задача за несколько раундов защитить наш, вот так скажем, клад. Мы сейчас должны взять внизу также наш бластер и начать попадать вот по этим нашим врагам. Их мы все должны убивать, они у нас с разных сторон нападают. Чем, как бы, сложнее уровень, всего их тут 3, тем больше вот этих вот штук к нам сюда выползает. Просто сейчас берем и убиваем их. Ну и вот, ребят, смотрите, как вы поняли, наша с вами задача — это сделать так, чтобы наш клад полностью не истек до нуля. То есть вот сейчас за один раунд у меня эти наши враги забрали вот столько сил из 1000. Так, защищаемся дальше. Так, ребят, в общем, как видите, я не очень справляюсь, у меня не получается в одиночку их тут всех уничтожать, их тут очень много, но, ребят, это ничего страшного, даже если вы проиграете, вы сейчас увидите, сколько я получу.
Смотрите, ребята, и вот, как видите, я получила сейчас за раунд 400 тикетов, а максимум можно получить, ребята, 500. То есть, в прошлый раз я, вот видите, заходила в эту игру и проиграла, на третьем раунде получила за это 300 очков. То есть, чем дольше вы продержитесь, тем с каждым раундом на 100 очков вы больше будете получать. Я сейчас продержалась 4 раунда, мне дали 400 очков. Продержитесь 5 раундов, получите 500. Ну, а теперь давайте мы с вами перезайдем в эту игру, я сейчас просто отсюда выйду. На данный момент у меня уже 1245 очков, из них которые 800 я заработала вот в этой игре, да, один раунд я сыграла без вас. Ну а теперь еще один способ, как получить 500 монет, мы с вами заходим вот в этот телепорт, и сейчас мы с вами выполним одно очень простое задание. Нам нужно будет найти клады, которые спрятаны по этой карте. Для этого сейчас мы с вами бежим по этой оранжевой стрелочке вот к этому чуваку, он нам с вами даст задание. Подбегаем к нему, нажимаем на буковку Е, и сейчас он нам с вами даст задание. Пролистываем. Все замечательно, ребят, поговорили, он нам сказал, что даст нам классную награду. Вот тут у нас находится такая карта, и здесь видите, где крестики расположены наши сундуки. Мы их сейчас с вами должны будем найти. Все, так, мы с вами сейчас находимся вот здесь. Давайте первый найдем вот у этой такой зловещей скалы, точнее камня. Так, давайте побежим туда. А вот, ребята, и наш первый сундук. Видели? Я так вот немного подсматривала на карту. Она нас всегда приведет в нужное место. Открываем. Супер, первый клад нашли. Теперь идемте еще за двумя. А вот еще, ребят, один наш клад. Тоже его тут открываем. Замечательно. И осталось найти еще один крестик. Скорее всего, у нас будет он вот в этом здании. Идемте. Ну и лично у меня, ребята, последний сундук находился вот в этом месте. Сейчас мы его вместе с вами откроем. Мне пришлось забраться на гору. И вот здесь, вот, ребята, он у нас с вами стоит. Обратите внимание, что у нас с вами могут быть разные крестики в разных локациях. Поэтому, если у кого-то совпало, как у меня, то имейте в виду. Если нет, то у вас они находятся в других немного местах. Ну а теперь нам осталось только запрыгнуть сюда. Сейчас посмотрим, как мы это будем делать. Ура, ура, господи, ребят, как? Вы не представляете, как я ненавижу паркура. Супер, ну а теперь, ребята, мы с вами возвращаемся за нашей наградой. Все, ребят, смотрите, мы с вами получили от него 500 билетов. Это очень крутая награда. Я считаю, обязательно выполните это задание. Ну, а я, ребята, снова ресетнусь, и мы с вами вернемся в наше лобби. Так, ребят, ну и мне осталось набирать совсем немного билетиков. Давайте сейчас я к вам вернусь, когда это сделаю, и вместе с вами получим наши вещи. Ну и вот, ребят, смотрите, я еще поиграла 3 раунда вот в этой игре. Заработала, значит, 400 жетон. Ну, точнее, билетов. И все, теперь наконец-таки идемте приобретать наши вещи. Заходим вот сюда вот. И нажимаем на получить. Замечательно. И получаем вторую бесплатную вещь. Как видите, бейджики со временем тут вот у меня появляются. Все, идемте, буду на себе их показывать. И, ребят, смотрите, к себе в инвентарь мы с вами получили, во-первых, вот такую вот замечательную кепочку. Давайте я вам ее покажу. Она вот с такими вот оранжевыми вставками, дается бесплатно. Можете даже посмотреть сейчас, что игра рабочая и выдает эти вещи до сих пор. Обращайте, ребят, на это внимание. И также, ребят, мы с вами на лицо получаем вот такой вот аксессуар. Сейчас я вам его покажу. Это у нас очки. Вот так вот они на мне сейчас будут смотреться. Покажу поближе.
тоже вот с такими вот оранжевыми вставками, как по бокам, так и само стекло на очках тоже у нас с вами оранжевого такого прикольного цвета. Ну что ж, а это еще не все, идемте с вами дальше. Ну а следующая игра, в которой мы также с вами получим оранжевые аксессуары, называется вот так вот, Tie Werders Concert Experience. Также, ребят, ссылку оставлю на эту игру в описании, можете переходить. Тут все на самом деле очень-очень просто. Как только мы с вами прогрузились, наша с вами задача это попасть в магазин бесплатных вещей. Находится он у нас с вами вот здесь вот. Эти вещи я уже получала к себе в инвентарь, и вот из всех вот этих представленных вещей мы с вами можем просто бесплатно забрать себе вот эти вот три аксессуара в инвентарь. Среди них, ребят, вот такие очки. За ними я и шла. Я их уже получила, но у вас будет кнопочка Redeem или Get. Вы сюда просто нажмете, и бейджики вам упадут в инвентарь. И вот такие вот, ребята, вещи мы с вами получили из этой игры. Наверное, только очки у нас с вами относятся к оранжевым вещам. Все остальное такое более летнее, что ли. Но в целом тоже вещи офигенные. И вы можете сами заценить, какого они классного качества. Ну а мы с вами идем дальше. Ну а следующая, ребят, игра, где мы с вами получим тоже классный аксессуар, коктейль на лицо. Сейчас я вам покажу, как он выглядит. Это вот такой вот прикольный Thai Boba Tea. Я, кстати, пробовала его в реальной жизни. Это очень вкусный напиток. Он у нас с вами тоже оранжевого цвета. И получить его мы с вами можем сейчас вот в этой игре вместе с другими напитками. Давайте зайдем, покажу, что нужно делать. Тоже задание очень легкое. И смотрите, ребят, как только мы с вами прогрузились, мы бежим вот к этой стойке. И сейчас, ребят, мы с вами нажимаем на отсек, где написано «Боба кафе». И нам нужно с вами туда телепортироваться. Как только мы это сделали, мы подбегаем, ребята, вот к этой стойке, где у нас стоит бармен. Советую заходить, ребят, не на общий такой популярный сервер, а где поменьше народу, потому что всегда будет пихаться. Наша с вами задача – это поговорить с Харрисоном, нашим официантом. И сейчас очень важно успеть нажать на «Поговорить с ним», на кнопочку «Поговорить», потому что, видите, все мешаются. Так, я перезашла на сервер не такой популярный, это замечательно. В общем, смотрите, мы нажимаем на буковку У, Y, поговорить с ним. Так, можно просто нажать сюда. И теперь, ребят, мы с вами выбираем все вот эти напитки. Можете их выбрать по очереди, но нас с вами сейчас интересует Thai Tea. Мы с вами на него нажимаем, он нам его готовит. И в этот момент нам в инвентарь падают бейджики. У меня уже, ребят, эта вещь есть в инвентаре, поэтому у меня, можно сказать, этих бейджиков нету. Так, давайте с вами еще поговорим и попросим другие напитки. Strawberry tea и так далее. В общем, всего мы с вами можем получить себе в инвентарь 5 бесплатных напитков разных оттенков. Под ваше настроение можете их себе ставить. Вот так вот, ребят, поближе на мне смотрится этот напиток, он очень классный, солнечный, такой, знаете, прям не скажешь, что это бесплатная вещь, всем советую получить. Ну а следующую вещь, которую мы с вами пойдем получать, она у нас с вами находится вот в этой игре Mansion of Wonder, и сейчас мы с вами будем вводить промокоды, благодаря которым мы получим эту вещь и еще многие другие. Заходим. Ребят, в чем прикол и кайф этой игры? Это в том, что все бесплатные вещи мы найдем с вами именно здесь. Для этого нам нужно просто подбежать вот к этому стенду, где стоит куча народу. И сейчас я покажу вам 5 бесплатных кодов, вбив которые вы получите целых 5 бесплатных и крутых вещей. Ну что ж, поехали. Первый код на бесплатную вещь называется у нас вот так вот. Glimmer. За первый код мы получаем вот такую вот милую, прелестную бэби-лягушку, которая очень классно смотрится на голове. Согласитесь, выглядит очень здорово и мило. Для получения второй вещи в поиске мы вбиваем название следующего кода. Называется он вот так вот, Boardwalk. Нажимаем на галочку и получаем бейджик. За второй промокод мы получаем вот такой вот аксессуар в виде огненного пламени, или же это что-то очень похоже на хвост кицуне из Adopt Me. Выглядит тоже очень здорово и мило. Вот, подойдет для какого-нибудь классного яркого образа. Для третьей вещи мы вбиваем в поиски название вот этого кода FIX Artist. Надеюсь, правильно произнесла. И тоже получаем бейджик. За третий промокод мы получаем вот такой вот классный рюкзак. Правда, лямки немного широковаты. Может быть, не для этого типа скина. Но в целом тоже выглядит очень здорово. Тем более за бесплатно. Так что, ребята, пользуйтесь. Идем дальше. И для того, чтобы получить нам следующую, предпоследнюю, четвертую вещь, мы вбиваем в поиске название нашего кода Things Go Boom.
За четвертый промокод мы получаем тоже вот такой вот на спинный аксессуар. Выглядит он тоже очень интересно и так необычно. Последний, пятый промокод, пошлите вбивать. С последним пятым промокодом мне пришлось немного попотеть, потому что название у него, ну, вы сами видите, да, не такое уж и простое. И вот такую последнюю, пятую вещь получили. Я считаю, что она одна из самых прикольных вещей, которые я когда-либо получала за бесплатно, знаете, что-то по мотивам игры Genshin, мне кажется, похоже. Выглядит очень детализированно и классно, поэтому, ребята, пользуйтесь моими лайфхаками и обязательно ставьте лайкусик под этот видос. И только, ребят, мы с вами ввели промокоды, как вы поняли, бейджики нам упали в инвентарь, вещи я вам уже показала, и вот такой вот прикольный аксессуар мы можем также получить среди этих бесплатных вещей оранжевого цвета. Ну что ж, а теперь, ребятушки, я вам предлагаю зайти в самую классную игру, где мы с вами можем полноценно получить оранжевый образ. Игра называется Robloxian High School. Ссылку также оставлю в описании. И сейчас мы с вами будем получать костюм и аксессуар на шею в таких оттенках. Как видите, вот как на этой фотке. Заходим, показываю туториал. В идеале, ребята, в этой игре мы с вами должны присоединиться либо на VIP-сервер свой, либо на сервер, где у нас мало народа. Ну, я кому-нибудь из друзей просто зайду на VIP-ку. Ну что ж, заходим. Супер, и теперь, ребята, мы с вами бежим в школу. Дальше, ребята, нам нужно присоединиться в библиотеку и сесть, ребята, строго вот за этот стул. Мы просто над ним сидим, и сейчас магическим образом у нас появится ключ, который мы с вами должны будем забрать. А вот, ребята, и он. Нажимаем на буковку Е. Супер. И теперь, ребята, бежим в тайную дверь. Находится она вот здесь, вот в комнате, где у нас орудует уборщик. Бежим, ребята, сюда. И теперь, ребята, мы с вами телепортируемся вот в этот портал. Сейчас наша с вами будет задача пройти обе. От начала до конца. Ребята, и если у вас не получается пройти это обе, вы постоянно падаете, не беспокойтесь. В этом обе есть чекпоинты, где вы можете засейвиться. Давайте попробуем немножко пройти. И что, ребята, я хочу вам сказать. Как только вы до конца пройдете это обе, там вас будут ждать как раз-таки наши бесплатные вещи. Вы их просто сможете забрать. Основная задача – это пройти до конца этой обе. И поверьте мне, вы получите эти бесплатные вещи. Вот и все, ребята, обе мы с вами прошли, бейджики получили. Идемте покажу весь костюм и образ на себе. И вот так вот, ребята, я выгляжу. Мы с вами получили верх и низ от такого вот полноценного костюма. И еще, ребята, вдобавок такое шикарное украшение на шее. Ну и как вы поняли, ребят, в инвентарь мы с вами получили вот такой вот замечательный костюм и аксессуар на шее. Идемте сейчас я вам покажу полноценный образ, как и обещала. И вот такой вот, ребята, по итогу образ у нас получился. Я тут сижу со своего второго аккаунта и просто восхищаюсь, что у меня вышло. Мне очень нравится, как я переоделась, и все это у нас с вами стоит, кроме прически, бесплатно, абсолютно 0 робуксов. Ну и также еще вот такой вот второй вариант у нас тоже в оранжевом стиле. Здесь я переодела у нас очки, волосы тоже мы бесплатные поставила и поменяла лицо и надела вот такой вот хвост. Пишите в комментариях, какой вариант вам нравится больше. Ну что ж, ребятки, а на этом мое видео подошло к концу. Если оно вам понравилось, то обязательно поставьте лайк и подпишитесь на меня. Мне будет очень приятно. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!